Знатоки со всего мира приедут в Мурманск, чтобы принять участие в брейн-ринге. Чемпионат станет знаковым, ведь в столице Заполярья мероприятие такого масштаба организуют впервые. Интеллектуалы из десятка самых разных стран мира скоро приедут в Мурманск. 2 и 3 ноября в областном центре состоится спортивная версия игры «Brain Ring». Всего в чемпионате примут участие 30 команд. Состязания посетят и звездные гости. Это Андрей Анатольевич Козлов, знаменитый шоумен, который ведет и телевизионный эфир «Brain Ring». Он же будет вести финальные игры нашего чемпионата. Они пройдут в субботу, будут проходить отборочные групповые бои по нескольким группам параллельно. А в воскресенье мы уже разыграем финальные бои за третье место, за чемпионский титул и определим сильнейшего. Гостей столицы Заполярья ждет теплый прием. Помимо сувенирной продукции и варенья из морожки, организаторы подготовили для участников обширную развлекательную программу, экскурсию на ледокол «Ленин» и охоту за северным сиянием. Цель все-таки посмотреть наше Заполярье польское. Конечно же, северное сияние манит, поэтому мы тоже подумали над тем, как разнообразить досуг наших гостей. И поэтому, собственно говоря, вот и поиграть, и отдохнуть, получить максимальное удовольствие от посещения Заполярья. Для Мурманска проведение такого рода чемпионата – знаковое событие, особенно в канун юбилея брейн-ринга. Известной игре в следующем году исполняется 30 лет.